Просто интересно. Значит, обычно аккордеонисты, они как? Отыграли, устали, ушли. А эти аккордеонисты не заземлены. Поэтому они вынуждены играть до бесконечности. Ну, да. Такая судьба, что? Да. Это большое музыкальное отделение, друзья. Давайте поаплодируем одесским аккордеонистам нон-стоп. Выходите. А к ним еще как присоединяться? Из Одессы.
Аллилуйя, это аккордеонисты в нон-стоп. Спасибо, ребята, живи, Одесса, процветай. Ай, хорошо. Молодцы. Сейчас на сцене появится танцевально опасная смесь. Это очень хорошее слово сочетание.